Вот так, с настоящей киркой у южного камня, ребята. Как это и должно было быть. Взяли и высекли, а потом попытались отсечь. Это на самом деле реквизит. Покажу потом, чего. Классная штука. Правда, трудно представляемо. Я даже комментировать это не хочу. Мало того, что у нас не найдено на самом деле подобных явных. То есть какие-то молоточки найдены, такие символические, аккуратненькие, без порчи. А вот использованных, примененных, да еще же должно быть в массовом масштабе же это должно находиться у нас с вами на руинах. Потому что должны были терять, бросать, ломаться. А нам как объяснять? Все стерлось, а камни? Все стерлось. Видимо, при полировке оно все и стерлось. Или потом говорят, ну, собирали металл, дорожили, переплавляли, то-то-то. В общем, внятных аргументов нет, в музеях лежат поделки, они пластмассовые. Я лично несколько штук трогал и стучал пальцем, прям подходишь, но видно же, что из монтажной пенки потом аккуратно покрашены. Иногда взяты из 19 века за образцы, но честно написано, что образец 19 века. Ну, такой же точно, уверяют нас, выполнялся. Таким же точно материалом выполнялся и этот огромный южный камень. И камни под ним, потому что подо мной тоже еще один очередной таких камней у нас здесь без счета. Удивительно, конечно. Ну вот, постоял с киркой около южного камня. Чего только не бывает в жизни. Вот, даже так лучше.